я понимаю, что эти кадры дойдут далеким потомкам. Что я им хочу пожелать? Потомки, не забывайте своих предков. Ну все. Сейчас мы покажем жизнь нашего соседа Димы. Покажем, что у него под кроватью, что у него тут в тумбочке. И вообще, какой он классный пацан. Да. Абсолютный беспредел. Да, это вот поел, это все настало туда грязные тарелки, все, все это все. Часы, которые стоят 13 гривен. Которые... И серии покупок. Да. Можем еще показать, конечно, вещи, которые он купил и он ими практически не пользуется. Но, в частности, это очень много книжек. Они, конечно, хорошие, но не читают. Линус — это круто. Загнал вообще. Вот вы на окне, это наша деятельность Жени, это мы утеплялись. Но мы не знаем, как пользоваться алебастром, поэтому у нас его получилось очень много, и осталось вот такое вот дерьмо. Вот. А это градусник, который висит здесь на ниточке, который выходит. А это мой портрет. Который мы зимой оторвали от него. Наверное, все ходили, все видели нашу базар в Кировске. Ну там фарш сейчас, я не знаю. Сейчас его снесли, по-моему, да? Ну там мясо продается. Ну фарш. Фарш. Это пивокам достанется. Да. А тут много еще пивокам. Леха, посмотри, вот. Праздник.